Добрый день, зрители моего канала. Сегодня я вам хочу продемонстрировать новую версию вот такого блока Леший, в котором появилась возможность управлять всеми четырьмя сервоприводами и сервомоторами. Данные сервопривода, вот эти, они имеют возможность вращения на 180 градусов, ну там для рулевого колеса или что-то. И данный привод позволяет обеспечивать вращение на 360 градусов. Также к этому блоку мы добавим еще два мотора. И к этому же блоку мы добавим два светильничка. Ну, в данном варианте тестовый, так скажем. Но из них можно сделать, вот на примере, уже не тестовый, большой прожектор. Это по желанию, конечно. Хочу сейчас все это продемонстрировать, как это работает, насколько это удобно, неудобно. Подключаю желтым проводом к циферному обозначению. Также этот подключаю тоже к циферному обозначению. Второй подключу вот этот зелененький ко второму подключаем. И серенький подключим на третий выход. Что ж, включаем, смотрим, что и как это будет. Напряжение сейчас выставлено 14 вольт. Включаем аппаратуру, проверяем, работает при нажатии, как нажимаем потихонечку, так и вращается. В обратную сторону то же самое. Прошу обратить внимание на мотор. Сейчас эти моторы отключу. Все эти моторы у нас замечательно работают. На сервомотор, который подключен также сейчас на второй канал, который постоянно имеет вращение 360 градусов в любую одну и в другую сторону. Теперь показываем, как работают сервоприводы, подключенные к первому каналу, то есть первый канал и четвертый однотипно, и соответственно третий канал. Вот так работа третьего канала от кнопки. То есть, ну, может быть, она удобна будет, может быть, неудобно, кто-то придумает ее на переключение коробки передач. Но есть более интересный вариант решение вопросов. Подключаем к дополнительным выходам. И главное не перепутать плюс-минус. Ну, в принципе, ничего не будет. Просто светодиоды не заработают. И, соответственно, вот продемонстрирую, что это светит. Нажатием, два нажатия, включается другой свет. Теперь горят оба светильника. Включается команда SOS. В прошлом видео последнее было по поводу подключения света к блоку Кощей. В данном видео мне удалось реализацию с блоком Леший. Все то же самое. Два сигнала, включается один, потом второй. То есть, может быть, кто-то будет использовать на передний свет, кто-то на задний свет, там, не знаю, как угодно. И, соответственно, также все это дело работает одновременно. Не подумайте, что я включил, выключил. Нет, на самом деле все это дело работает замечательно одновременно.
можно оставить включенный СОС. Вот на данном этапе это все. Если есть какие-то пожелания, может быть, какие-то интересные идеи, прошу, пишите в комментариях.